Всем привет, меня зовут Юлия Довольская, и буквально на днях я столкнулась с очень нехорошей ситуацией. Меня хотели кидануть, грубо говоря, на 600 долларов. Я вам хочу рассказать, как это происходило, чтобы вы не попали в руки мошенников, потому что от этого не застрахован никто. Особенно это полезно тем, кто продает или покупает вещи на таких сайтах, как OLX, Авито и других подобных. Так что, ребята, дослушайте эту историю до конца, я уверена, что каждому из вас она будет полезна. На днях вечером я выставила свой фотоаппарат на сайт OLX, и буквально уже на следующий день мне позвонил мужчина и сказал, что он заинтересован этим фотоаппаратом и хочет купить девушке на подарок. Сказал, что ему нужно срочно, не могла бы я сегодня показать. Я как раз была свободна, мы договорились о встрече возле кафешки недалеко от меня. Затем он сказал, что сейчас будет отпрашиваться с работы и мне наберет. Он был крайне вежлив, всегда говорил: «Юлечка, Юлечка». В конце разговора, когда я говорила о каких-то характеристиках, он говорил: «Мне очень приятно было с вами пообщаться, очень хочу купить ваш фотоаппарат». В принципе, это никак не меняло мое отношение к нему. Я все равно немного волновалась, потому что я шла показывать фотоаппарат одна, а он взрослый мужик. Потом он мне звонит и говорит, что у него не получается отпроситься с работы, и приедет, заберет фотоаппарат его водитель. А на что я говорю: «Хорошо», дала адрес кафе, где мы можем встретиться. Потом он перезванивает, говорит, что он не может встретиться в кафе, может только возле машины, потому что водитель не может оставить машину свою без присмотра, так как у него какой-то там важный груз, который он не может оставлять. Я сказала, что нет, такие условия мне не подходят. Он говорит, что это центр города, почему вы волнуетесь, что может случиться. Я говорю, что нет. Он: «Ну ладно, давайте вы как будете выходить, вам сразу деньги на карточку переведу, чтобы вы уже не боялись, а потом придете, просто покажете фотоаппарат и отдадите ему». Я говорю: «Ну окей, давайте так». Я попросила свою подругу сходить со мной, и тут как раз я выхожу из дому, и мне приходит сообщение об оплате. Мне показалось это каким-то странным, потому что я еще не подошла даже к тому человеку, а он мне уже перевел деньги. Я как раз уже вышла на улицу, стою, и все-таки я решила проверить свой счет. Я зашла в Приват24 и понимаю, что денег на карте нет. Потом я снова открываю это сообщение и понимаю, что сообщение отправлено с какого-то левого номера. Этот номер очень похож на номер Приватбанка, но это не номер Приватбанка. Текст точно такой же, как отправляет Приватбанк. Сумма, перевод через Приватбанк, латынью, имя, фамилия, отчество. Вот так вот выглядел этот текст такого номера. Также от Приватбанка у меня много сообщений, то есть у меня с ними переписка, а тут просто одно сообщение. И тогда я просто-напросто поняла, что меня разводят. И что меня очень пугало, то что он мне не давал времени даже зайти в Приват24, он мне постоянно каждую минуту звонил: «Ну что, пришли деньги? Ну что, пришло сообщение?» Я сказала, что: «Подождите, мне сообщение еще не пришло, я сейчас зайду в Приват24 и проверю». На что он сказал: «Хорошо». И я захожу, и как назло у меня не грузил интернет, я вернулась быстренько домой, зашла в Приват24, и, как я повторяю, денег на счету не было. Потом он мне опять перезванивает и говорит: «Ну что, пришли деньги?» Я говорю: «Нет, денег на счету нет, сейчас я еще позвоню в Приватбанк и уточню». Я звоню в Приватбанк, и мне все-таки подтверждают, что денег на моем счету нет. Еще в чем они облажались? В том, что отправили это сообщение и мне, и маме. А маме никогда не приходит сообщение об оплате, не приходит мне. Я точь-точь такую махинацию видела в шоу «Аферисты в сетях». Но, возможно, то, что я увидела эту ситуацию в шоу, у меня на подкорке отложилось, и я вовремя вспомнила. Поэтому, ребята, выходов из такой ситуации несколько. На такие встречи желательно идите с родителями, либо берите подругу, друга. Второе — это всегда проверяйте счет. Либо звоните в банк и уточняйте, либо смотрите через приложение. У нас в Украине это Приват24. Будьте всегда насторожены, даже если очень хорошо к вам относятся, потому что они отличные психологи. Они используют кучу фишек, как войти к вам в доверие. Называют по имени, всегда улыбаются, делают комплименты и так далее. И недавно меня тоже кинули на OLX, не на такую, конечно, большую сумму, и в принципе я сама виновата. Но скажу вкратце: никогда наперед не переводите деньги, неважно, что вы заказываете. Одежду, технику. У меня это была письменная работа, поэтому в принципе другого варианта, как сразу оплатить, у меня не было. Он сказал, что никто не будет писать работу, пока нет оплаты. Поэтому на свой страх и риск я оплатила, в чем и была моя ошибка. Я на своей ошибке научилась, ну а вам желаю, чтобы вы не учились на своих ошибках, а учились на ошибках других людей. Так что будьте, пожалуйста, более бдительными. Я надеюсь, что эти ситуации вас предостерегут. И я предлагаю написать вам комментарии, сталкивались ли вы с разводом в интернете и как это было. Я думаю, что всем это будет полезно почитать. Так что если ты досмотрел это видео до конца, то поставь палец вверх. А если ты еще не подписан на мой канал, то обязательно подпишись и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. С вами была Юлия Довольская.